Вот так было и во времена президентства Кучмы. И когда его президентство заканчивалось, я у него прямо спросил: Леонид Данилович, кого Россия должна поддержать на следующих президентских выборах? Он мне сказал: Януковича. У меня возникли сомнения, окончательно ли определился Кучма в кандидатуре Януковича. И я его спросил об этом как бы на завершающем этапе подготовки к президентской кампании выборной. Он мне ответил: все, вопрос решен, принято решение, будем поддерживать и выдвигать Януковича. И я прошу вас и Россию его поддержать информационными ресурсами, там, значит, политически поддержать. Мы так и сделали. А потом, когда они учинили там полный разврат с третьим туром выборов, по-другому и назвать невозможно. Но я, конечно, рот открыл. Я тогда уже обратился к Леониду Даниловичу и говорю: что же вы поддерживаете его или не поддерживаете?